Ай, давайте черепочек играем тогда, раз мы не можем их заливать точно. Поставь на А, столбик. Дайер, давай ты вот эту вот меточку будешь кикать. Крестик поставил, он твой. Финроки, квадрат твой. Притворился мертвым, умер. Правильно, все, по чертежам. Это же не в роли, да? Исполин поставил череп, ты череп кикай косты. Может, крестик добьем? У него поменьше. А мы в крестик играем. Понял, извините. Немножко поменьше. Я просто с кладбища пришел, я не разбираюсь. Не местный. То, что из другого теста. О, рифмы подъехали. Че, рэп смотрел на выходных? Конечно. Танцевал. Рэп танцевал на выходных. Неплохо, неплохо. Мам, это ты? Теперь сразу я твою мамку и не хочется говорить. Не-не-не, я не про это. Ну да что, не. Так, все, давайте стоп. Рыбку поставлю, ребафнемся спокойно. Вправо пойдем. Да ладно, веселый рейд получается. Ну да. Что хардкорно, блядь. Веселый рэп. Ну, что ты хотел? Вторые рейды всегда хардкорные. Да, пойдем пизды, открыть дом, как бы. Да не, просто людей что-то прям много поливало, вот этих вот. Даже полувагонь, если их некого добирать. Ты про Бьерн? Его Ангриса нет. Ну, вон Лангрис, Сильваныч, кто там еще, Таргор, Компот. Хотя бы там руки-ноги, голова есть, уже хватает. И Таргор вернул тоже? Да. Это, сука, рецепт пиздил нахуй и съебался. Так он же не ливнул, нет? Ливнул. Ливнул уже, да? А, собака. Ну ладно, он мне с полтушку сделал. Быстро, помойный. Вовпро вообще, это... Молодец. Докачивай на бизнесмен. Да. Если бы я был таким же богатым и красивым, я бы... Так, а где у нас спеллбаунд? Что это такое? Да я вижу. Мне просто это не нравится. Как Киану Ривз уснул за клавиатурой. Да. Не, у нас просто этот чел в десятке ходил с Дон. Тим, кстати, он с гильдии ливнул, да? Кто? Киану Ривз. Почему? Где он вообще? Да не, он... Да, он очень давно уже не играет. Ну да. Он почему да. Заходит так? Не, по-моему, он вообще не ходит никуда. Типа, я его последний раз в десятке помню. Просто ПВП-ша только, и все. Я, ну так, чисто видел какие-то, может, пугарейды тут заходил, и все. Ну, то есть, ну, чекан, опять же, часовой друг, поезд, по-моему, другой. Блин, я просто на стрим просто захожу, а там 20 минут никаких действий не происходит вообще, никакого шевеления мышкой, с утра просто сообщение, типа, извините, я уснул за компом. Типа, ну такое. Прям. А, это когда в льду ходили. Да. А я просто смотрю, короче, увязок состоит, как бы вообще никаких движений. Очень веселый выговор, да? Ну да. Так это у меня конкурентов по ДПС сегодня нет. Как мой рога, блядь, 226, блядь. Разъебу. Тащи. Ну да, блядь. Блин, а что у тебя Т4 есть на роге? Ой, на роге. Не, ничего нет. Потому что ты забежал. Да, думаешь, если бы у меня было Т4, я бы тебя не разъебал? Не, если бы на роге, если у меня было Т4, я был бы ДПС, блядь. Ну, не уверен. Вон, типа, да, я... 4Т4 нихуя ж меня не разъебывает. А, дай себе кнопки жать, не умеет, блядь. Ну, я на X3 был на роге ДПС. Не, ну серьезно, как он мне не может ДПС дать, блядь, заявку значу. А потому что на магике, как я и говорил, сломано все было. Ну, на магике. А ну, а в луке он больше тебе давал?
А я не знаю, я был вообще на паладине. Но он же дальше в мутика спекнулся. Так, я недавно был в прогрейде. Он на магике подамажил, типа сказал, бля, нихуя не дамажит, а на магике было это... Сейчас важная информация. Недавно был в Пугарейде, и со мной был Кару, и он соло хилил на драконе. Он сказал, все сказали, что это топовый хил, и теперь мы собираем волонир на Кару. Все, записали? Не, еще идеального не собрали. Да идеально, получается, не хилит Кару, типа, все признали его богом. Этого бля, сервера. Почему мне так холодно? Может одеться? Шкаф. Четвертая волна короны, блядь. Серьезно говорю, блядь. Че я готов к изоляции, мне похуй. Есть у кого жетоны гильдии, слышите? Или кто-то может купить пару штук? Сколько нам нужно сейчас? Посчитай. А шо, у нас там все уже? 25-й почти? Ебанешься, блядь. 12 штук. Прям совсем почти. 12 штук нужно. У кого есть голоса? Купите за голоса 12 штук. Ничего вам за это не будет, кроме 25-й гильды. Там 12 штук. Ну, или ждите до завтра. А что, у нас денег больше не осталось или что? 9 штук где-то хватит. А нет, все осталось, просто никто не продает сейчас. Ну, может, сейчас найдется кто-то. Бля, сегодня этот, я купил 100 штук. По 90. И вовбро еще докупил тоже штук 200. 8 штук, короче, надо. Я посчитал. Еще будем 25-е? Угу. Заебись. Списал, спал? Не, да, это, блядь, заебись, и нам целую ночь, блядь, чистить эту гильду. Да ладно, можете мне даже ярлу дать, я тоже вам почищу. Невер, а ты еще такие взял. Невер, ты нам ЕПГП сломаешь. Спасибо. А что я тебе не погубил? Чтоб себе шмот собирать. Ой, так. Блять, плохого ты обо мне мнения. Три хила. Ладно, тут хилить нечего. Окей, по меточкам давайте. Кто что кикает сначала. Ставлю черепочек. Где он тут? Давайте белый черепочек на платформе. И белый черепочек на таргете. На нем исполин, его бьем. Исполин, ты ему косты кикаешь. Дальше у нас есть крестик, квадратик, ромбик и печенька. А исполин... А, не, ладно. А, дайвер, ты кикаешь крестику, валк, ты кикаешь ромбику, квадратику у нас кинроки. И все. И мы закончились. Печенька? А печенька что? Ну, глав хил, попытайся, ну, сколько попадешь, столько попадешь. Ну, можно мага поставить. Ну, раз, два, четыре. Там два мага, вон Суза и этот, и... Все, Невер, ну, давай, без этого, не усложняй. Не попадет, мы не вайбнемся, у нас всего три хила, нормально, зальем сейчас. Ставлю другие меточки, у нас танк. Ты будешь нажимать... Та, которая возле босса, это там, где печенька сейчас. Исполин, соответственно, ты танчишь босса. На ромбике буду стоять я. Всех хилить будет у нас... Кто? Карас? Нет, главхил, давай, у тебя бывает пролагивать. Давай ты будешь всех хилить. Войд, ты хилишь рейд. Карас, ты жмешь крестик. Квадратик. У нас жмет... Суза. А черепочек у нас жмёт Рос. Давай ты. СС в Клавхила, наверное. Я не знаю. То есть ты хочешь топ дамагера поставить на... Я Карасу дал СС. Топ дамагера поставить на череп, правильно? Я не хочу меликов ставить. Ой, ладно, все, Рос, понятно тебя. Давайте, тогда... Он фейка написал. А некого больше, Кинроки. Альфи хочет. Альфи, ты моя спасительница. Кинроки, ты на крестик. Ой, на рубик. Я на черепочек. Давайте еще раз. Я черепок тогда жму. Так, Донт, вон фейка написала. Альфи. Блять.
Ладно, да, хорошо, поменялись просто, значит, место. Все те же самые метки, которые я раньше называл. Я на ромбике, исполин на печеньке. На черепе у нас Альфи, на крестике у нас... Карась. Карас, да, Карас. О, Spellbound. Это хорошо. И кого я там в квадрате назначал? Суза. Ты, по-моему, был. Да, да, Суза. Ты в квадратике. Повторите и по паладину нового пришедшему тоже. Фу. Рыбу-то я сейчас еще одну ткну. Вот прям под исполином поставил. Не знаю зачем, но там она есть. Ура! Исполбан. А, Ревогнус. Я думаю, зашел и вышел. Испугался? Don't. А есть какой-то кап Хонора? Не, АП. Да, что-то 8 тысяч, по-моему. Или 10 тысяч. Сколько-то там тысяч точно. Ну да, наверное, еще 10к. Я думал, что нету. Сейчас ждем, когда спелл зайдет. А хули Нарзик на рейдинг? Нарзик первым был. Нет, он на замене был, блядь. А. Так, блядь, господи, да что, прикалываетесь? 2 плюса даете, этот шкаф поставьте. Все. Он же говорил, что во вторник работает, типа, блядь. Ну да, там. 9, может быть, раньше. Ну да, видимо, раньше получилось хорошо. Все равно только лучше. А чё, у Хрипатова там этот никакой нету? Хрипатый в Каражане, да забей, типа. Ага, блин, точно, это же Каражан. Ну, может, Бьорн подойдет как раз к ИК. Ну, кстати, да. Бьорн к ИК подойдет, да, еще один слот, 3 останется. Ну, не так плохо, если, если Хрипатый еще закончит с Каражаном, он Навара может зайти у него, по-моему. По пороге. Давайте, пороги ребаф, да, потихоньку двигаемся в сторону мобов. Фласки обычно пьем или БК? ЛК. Нет, БК. БК, конечно. В смысле обычный? Все, время закончилось обычных флосок. А, Нарсик, ты тут? Слышишь меня? Да, да, ты тоже меня слышишь? Отлично, ты кикаешь косты в печеньке. Исполин танчит, на Исполина на пул. Исполин у нас без Т4, поэтому на пулов побольше. Первые бомжи отдаст Тайр, вторые Исполин. Угу. Терчек. На ком куда ты без куба? А, давай, если ты в себе уверен, давай ты на череп. Альфи, ты дамаж. Окей. Ребят, 25-й практически. 1000 XP. Хорошо. Ладно. Я с вами сейчас, секунду. Давай, заглазай. У тебя пинг. Тогда... Да поебать. Давай ты дальше обратно на черепок. Не хочу здесь хайпаться. Победа, ребят. А, подожди, у Войда нету. У Войда нету этого пинга, точно. Тогда фейка, ты дамаешь босса, Войд, ты на черепе стоишь, спелл, ты хилишь рейд. Когда будут, нужно будет прожимать. Я буду анонсить все заранее. Исполин знаешь, как ставить. Ставишь его к печеньке поближе, так, чтобы ты ее смог нажать. Давайте последний чек, да, запускаем это все. Все, все готовы. Пуляйте. Он же Дайр. Сейчас. Да, вытащите масс-рез на панель, пригодится. А, Исполин вам же тоже. Я дал. Хорошо.
Точно добейте его у хпшных. Все. А Мастан, есть паладины? Прохил. Мало ДПС. Да, вообще достаточно, если честно. Мы сейчас убьем быстрее, чем этот в прошлый раз. Бегайте, кайтим этим. Сейчас ПП умирает. Пейте его ДКшку бы. Нужно донт, нужно точечно назначать именно в кого играть и по очереди убивать этих чародеев. Да. А то мы играли в разных, посрывали и убили. Исполина поднять. Исполина. Что, 30 секунд? Сколько времени? 30 секунд. Мастерец, да, и рыбу сразу ставьте. Там еще двое появилось. Заберите их. На пул отдайте. Те руки. Бля, главное успеть мастерец дать. Через ФД не получится с боком этого, интересно. Бля, они не успеют, нужно БР будет раздавать. Успею, кастую. Блять, не успею. Минус 5. Я предлагаю начать заново. Нахуй его. Да, заново, падайте. Тоже не хочу. У нас 2 БР, 6. Смотри, Дон, сейчас просто назначим по меткам этот, люди, в которых играет. Сейчас, если бы 5 не упало, мы бы изи вообще зачистили. Но в какой-то момент просто начали все срывать и пизда. На, типа, в лужу, зашли в огонь. Не хочет, чтобы мы дохли. Блин, спиной повернись, тебя быстрее убьет. Мастерец, дальше. А у меня диван есть, я могу дать. Понятно. А, бомжика дай. Да понятно, я вижу. 7 есть. Угу. 7 минут. Алгоримов автоатака сильная, да, получается? Это больше очередности. В смысле, у меня вообще-то есть на вертом смог. На ружье нету. Есть. Доставай. Ну и что это? Мой трансмог. Такое ты называешь трансмогом, да? Забудка, блядь. Невер вообще потерял только что все уважение ко мне. Я больше даже с тобой разговаривать не буду. Сейчас точечно будем это сливать, у нас бомжей нету. Да, Эр, ты не анхолик случайно? Нет, ты Фрост, у тебя тоже нет бомжей. Ладно. По порядку тогда череп, крестик, квадратик и так далее. Точечно заливаем, правильно? Да, точно заливаем, просто точечно. Все помнят, сейчас кикать будет очень важно, косты. Давайте. Запускаем гриппа исполин. В кого играем? Череп? Все точечно. Череп. Не, общий на пол отдам, когда подойдут. Стим.
крестик уже играть за клеймами. Кайте тем. Контроль дайте. Забаньте. Клейму. Сразу я на пол дайте. Кто точечно играет, а кто ешь? Крестик добиваем. В ромбик. В квадрате. Ну давай в ромбик, окей. Давайте в ромбик. Играем в ромбик, прохил танка. Я кикну ромбику, выбейте кого-то другого. Мне ты выкикнул. Кстати, у вас кого-то пишет таймер, потому что у меня нету. Нету. Да. 30. Да, надо АОЕ уже. Давайте. Последний тимули остается. С напулами. Когда напул? Через 7 секунд отдам. 4 секунды. Да, напул. Чего меня ебнуло? Огненный взрыв 29к. Лови босса. Сначала доливаем АОЕ. Ну слушай, 30 минут берса, успеем. Карас, Кару, БР. Какару, Пау, Карасу, Инер. БР. А, Кару. Другие, третья пати. Танка не потеряете. Потеряли уже. Потеряли. Поднимайте его. Кару, БР, Исполина. Нет, ладно. Бля, это какой-то секс поздно происходит, бля, дикий. Да, 2 минуты бомжей. Просто 2 минуты бомжей. Что, покурим 2 минуты? Угу. Давайте масс-рез дадим. Ой, давайте масс-рез дадим. Точечно не хватает ДПСа, а уешать без бомжей мы не можем. Масс-рез не давайте, только не надо, пошутил. Понадобится, может быть. КД как. Блин, буквально не хватает 3 дд, а так ощущается, да? Да. Так 3 дд это 30к может быть, в принципе. Это много. Что там? Как вы там падаете? Ходим. Да клеймы не особо опасны. Опасные вот эти вот стрелочники, которые стрелы бросают. Угу. Это если сагрил. Минута, бомжи. А у танка еще и прожимок не было. Сейчас убьем, ребята. Просто так говоришь? Мне смс-ка пришла просто, что вы сейчас убьете босса. Поверим. Путин прислал. Нет, тогда не верю. Путин только дай смс-ки пришли. Это он Дайси прислал, а Дайси уже прислал этому. Не дождался, да. Ребят, вы не знали, на самом деле есть Путин. Уходи. Владимир Владимирович. Делать просто нехуй, кайф поиграть. А у тебя дом должен быть не в Ростове, в Геленджике, блядь. Это у меня трамвай здесь. Подземный, блядь. Метро, блядь. Маршрутка, блядь. У нас все-таки есть метро, получается. Ах ты крыса. Ну да, но только от моего дома до Геленджика идет. Да и так неплохо звучит. Ну да, для Москвы нахуй надо. Да хотя, бля, Геленджик тоже, мой кайбаная.
Ну, забрёванный город, блядь. Весь в блевоте, блядь, вечером. У вас бомжи появились? Да. Да. Отлично. Протест, так, ну, Нелла что-то... Оптикс. А, ну сейчас давайте метки поставлю, чтобы было лучше. Так, как сдать, кто умрет? Все? СС на кару накидываю. Рейнджам просто выйти надо, блять, и все, из пачки. Да, и миликов что-то это хуйня как бы. Ну да, блин, только если срывается. Да. Ну, миликов надо вначале точно бить, когда уже давайте, мало попасть. Давайте, все. Не, а я чуть под бомжей просто. А, пуляем. Сейчас, арчек. Все, пуляем. Я на полу дам, когда подойдет. Дай бомжей. Мас на полу даю. Черепочек, если через него играем, через него уешим. Исполин, а ты отдал уже. Фромбик. Его добиваем. Зорки сразу на пол. Ты тоже? Ну, у меня когда еще было. Дальше печеньку. Прохил. А мастан дайте в один. Да, расколы просто надо нажать. Выйдите. Ты флеш по себе саль, окей? Сколько до этого босса? Все, ауешим просто. Я тоже не вижу. Ну, линка не делал, кота мне сломан. Да какая разница, мы никто не умер, все хорошо. Чуть-чуть. Исполина прохил, Исполина прохил. Ну, линка нити. Да нету. Всех запакнулось. Один и тот же ДТПМ у всех стоит. Нет, ну кто-то финтовал просто. По местам встали. Прочитать это заклинание. Моя кровь станет вашей погибелью. Ну, конечно, так в неведении стоять. Сужу скоро. Давайте теру сейчас просто и все спугу, пока тринки есть. Супер плохая идея. Почему? Сейчас откидывать начнем. Хотя в любом случае за геру будет откидывать. Так, а также ты даешь геру под первый куб? А, да. Ну, плохая это плохая. Донт, у тебя метка прокачана? Нет. Не сбивай это до мою. 12 секунд. Разошлись по кубам. Еще не готово. 3 секунды. Нажали. Отлично, стоим, держим. Домажьте. Странно, а почему у меня в детейлсе розыск лог рос подписан? Ну потому что я так подписался. Там можно самому подписаться как угодно.
Там есть псевдоним. Бля, ты можешь демона такая хуя, своем, конечно, чтобы... вообще в ДПСе. А у нас не только демон, у нас Алема еще нету. Ну, вообще без СПД. Да, и сколько а, ну СПД дает да. Сова? Ну, кто же знал, что ты про СПД говоришь? Ну, там чуть позже придет Лидл. Как Ику как раз. Хотя, может быть, нет. Но Канубу точно подойдет. Раз 9 секунд. После этого сразу бежим на эти. Стали по местам. Каст, 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 каст. Отлично. Да, флеш, у меня тоже. Она просто, ну, не попадает по нему, это какой-то баг. Алола, почему у меня бес не бил все это время? Потому что. Бред. На пулу не добавляйте обновлять, ребят. У него агро, ты чё? Миль... У него 170. Пизду. Ну... Короче, я не могу цифры называть, у меня проблемы какие-то сегодня. Бывает. Секунд. Это кубов. 8. Нажали. Нажали, 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 пожалуйста. Это я не нажал. Я на него нажимал, нажимал, а он не нажался. Нужно было крикнуть, я бы вот рядом прям стоял. Ну ладно. А мы можем как-то босса по-другому ставить? Потому что именно в той точке, где мы стоим, буря не работает. Но я отошел от него работает. Попить, она там работает. Нет, она работает. Ага. Но именно в той точке нет. Че, бомжей ждем? Чай ждем 4 минуты. Угу. Ставишь что ли? Да, конечно. Вот Донт, у меня также с кубами тоже периодически. Да, поэтому. Да, Донт сам проебался. Вот бегу 2 минуты. А у Ульды Штару не было, да? И не будет. Да первый еле собирается уже. Да нам-то чё, Ордат? То есть мы тоже вот-вот ульду прекратим, да? Нет, первый один статик у нас в любом случае будет ходить. Да. Мы его в 10 человек будем закрывать за плагин. С авалонером идеальному. Если придется. А потом мне, а потом этому Неверу, потом Донту. Всем ну, авалонеру. Да. Не, ну мне четвертому собираем, я ж на ханта как бы беру. Нет, нет. Да-да-да-да-да. Я себе уже транспортирую. Ну, локу лучше надо. Угу, там хотя бы СПД много дает мне. Да, он не может дробяшки носить, а я их не смогу просто. Я тоже. Там СПД много. Тут хилам не всем хотят собирать, блин. Зачем хилам? Самое профитное это ханту. Поддержу, наверное. Чем больше у меня ЧСВ, чем больше у меня СПД, тем больше у меня ЧСВ. Чем больше у меня ЧСВ, и комбу-то можно через Мейси тоже. Кстати, да. Давайте поставим магика, вот, чтобы он в ромбик стоял лицом. Да, попробуем. Тогда я в печеньку, а из Полин в ромбик.
ставишь и нажимаешь, естественно. Понял, господин, между ромбиком и квадратиком попробуй. Ну давай я просто на квадрат стою, на печень встану. Блядь, ну ты понял. Хотя я ДПС стою. Заходите, бомжей, минута осталась. А сколько ты левая рука с устро стоит? Критхаз, которая? 140, 150, сколько? Ну как пушка, короче, по-моему. И еще улучшалка, да, полтинник? Угу. Пиздец. Блин, мне опять ищелся, стоило охуительно. А где мой, блядь? А, вот он, все вижу. Да, Путин просто донт задодосил, сорян. Нет, напиши, бля, Путину смс-ку, пусть он это, блядь. Новичку магику трусы поможет, блядь. Ты понимаешь, просто это только у меня нормальный ДПС, а волку просто 5000 снайперы настреливали через напулу. Вон там с потолка, видишь, они сидят. Не видишь, просто это элитный снайпер. У нас снайпер. Этого нету, как его, демона, как дамажить. Как не без демона, демона. Не лема. Делай себе демона. Нету, господа. Бля, это просто магик сложный, бля, здесь тактика. Ты чё, просто я обложил, все. Как слышно? Мне выки сложно будет. Ой, Дон, классные потолки у тебя. А, не, подожди, это кусочек ноута, по-моему. Или компа. А, не, все правильно. Доставляй. Хороший фильм. А что, Дон, ты эту трансляцию подрубал? Угу. Подрубал ло. Поэтому кубы не нажались. Не, да только что было. А тест тут? 3%. Валк, если ты это. Он сколько стоит, спрашивает. Говорит, бабки не проблема, МК надо. Ну я не знаю. Они, наверное, между собой меняются. Что у него? Какой? Да, это Файерлин, у него КД. Если я правильно понимаю, о ком ты. Тимбуай, это да, это Файерлин. Не, ну магик у меня без КД. А, так ну давайте, да. Хотя бы на магик. Бля, 100 тысяч лет его не видел. Нам хил. О, ты понажимаешь этот. Тогда идеально в этого спекнуть, в лема. Всем. Мы, кстати, валика можем спекнуть в лема. Не идеального, лучше в лема. Волк, как бы у нас это... Топ ДД. Да не, он и в лиме-то дамажит на самом деле. Шаман ФТ4, по-моему, вообще дамажит? Да, не. Да. А у него есть Т4, что ли? Не знаю. А, ну да, у него 2 Т4. Вот почему я тебя догнать не могу, блин, постоянно на шамане. У него 24, а у него еще и шея, ну конечно. Ой, для чего? Слушайте, давайте что-то начинать уже делать. Что-то может запиздились. Так у нас бомбежи есть, все. Шамана присумольника, да. Шамана рибал. Дайте. Рыбу. Главхил интересуется, в каком он спеке. Он в Элеме. Да, давай в Элеме. Тогда по этим. Исполин, попробуй сагрить босса в сторону квадратика и подвести его к ромбику. Почему-то ромбик он. Ромбик. А, вообще меток не стоят, сейчас поставлю. Стоят. Думаешь, там стена другая? По-моему, без разницы. Прям вообще. Не, возможно, так, текстура пола другая. Опа. Так же, а уешим, по меточкам буду называть, какие точно заливать.
кто нажимает кубы? Черепочку нас нажимает Void Fury. Главхил у нас нажимает печеньку. А не, у него пинг не надо. Карас также ты на крестике. Spellbound ты на квадратике. Spellbound вышел из Дискорда, сказал. Ну или еще нет. Лагает, говорит, да. Я ему написал. Да не, если у него лагает, то черт его. А, Глафил, в Элеме, короче, твоя печенька, в ромбике у нас стоит танк, там нажимает на ромбик, хил, спелл. Слоу, хил, трейд, Карас, ты в черепке, Таумбай. Ну ладно, хорошо, ты в крестике, Таумбай, ты в черепке, а в квадратике, давайте я также. А, не, Говхил, Говхил. Блядь, тут у тебя шпинг. Ладно. Войда, ты говорил всем. Черепок. А, у Войда черепок, Spellbound на... Рейде. Spellbound на рейде, там Таумбай. Фаерлина. Да просто шаман там. Фаерлина. Шаман, рестор, ты хилишь кубы. Вот, все. Карас нажимает крестик. Листик. Исполин нажимает ромбик. Я нажимаю квадратик. А печеньку я кого назвал? Главхил. Давай, главхил. Да, ты печеньку тыкаешь, все. Все остальные дамажьте. Я в сурфе все равно не дамажу босса. Я только уешу трэш. Хорошо. Нарзик. Все, все готовы. На исполина на пол нажали. Исполин пуляй. Я масса уедам. Все, в черепочек играем точно. Ой, а уешим, уешим. Бомжей дайр. Косты сбиваем. Черепочек добили в... Что у нас там есть? В печеньку играем. А в крестик был хпшный. Исполин, ты нажал уже. Угу. Кстати, странная хрень. Стан не сбивает ЕМ-каст. Стрел. А, квадратик добиваем. Масло полудал. Исполин, прожимайся, чем есть. В печеньку дальше. Все, все добили бомб этих заливаемого я. Все, отлично. 30 секунд есть, по гера под боссу, ой, под кубы будут. 22 секунды. Курить можно успеть. Не рискуй. Донт, метку не перебивай мою, пожалуйста, умоляю тебя, богом молю. А куда исполин в ромб ведет? Че ты со стороны стоишь? Да. Я свободен. Ой, что ты делаешь?
Гера. Нажали. Отлично, стоим, держим. Фаерлина прохиливай. На секунду, когда учишься. Прижали. Иннер там бай дать. Скоро потолок будет. Ну, все равно, что там настоял на цели. А может кто-то, блин, мне напоминать, что мне нужно проклятие бросать? Нет, мне нужно это, чтобы напоминали вовремя. Вовремя не могут. Это умывая можешь настроить. Да я настроил, но я настроил только его КД. Если я его забываю бросать, то он нигде не отображается. Ты это, поставь галочку, чтобы показывал, когда тобой... Наложено. Я не о том. 10 секунд, я понял, о чем это. Так, чтобы когда на твоем таргете не было, он... Нажали. Нажали, нажали. Да, Рос, но то, что ты говоришь, тоже фиксится одной кнопочкой нажатия именно. Нет, у меня сложнее проблема. Называется всегда кнопочка. Нет, 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 сложнее проблема. Нужно дольше будет с этим работать. Окей. Так, все, кубов больше не будет, что ли? Будет. А почему у меня таймер пропал тогда? Потому что он сбивается. Ой. Сейчас готовьтесь ловить любой момент. Да. Просто стоим на платформах. Желательно рядом. Бывает богат. Ну да. Рядом. Идеально, у меня закончился портал, больше не подстрахую.
После откидывания сразу. Приготовились. Прожали. Отлично. Это все, да, больше не будет, по идее? Да. Должно успеть, но... Лучше не успеть. Нужно не успеть. Да. Меня больше Грул пугает. Больше вариантов нет? Вот это я. Давайте попробуем. А, нет, 700 тысяч надобьем уже. Ой, да. Так, что тут за ней дать? А ты уже ничего не за ней даешь. Что, паладины лучше сейчас, ну, бить или так же? Ну, сейчас посмотрим. Ну, в общем, то же самое нет. 14 бой. 14, ну это мало. Слушай, Невер, а мог бы, пожалуйста, ты линкануть ДПС на неотфотошопленном своем этом рекаунте? Ну а что тебе линковать? Ну эти линкану, но, блядь, я... Ну скрипт... не просто, ну я ж все остальное фотошопил своим рекаунтом. Ну я, блядь, сначала пул не сдал сразу, поэтому... А, ну то есть так бы перегнал, правильно? Перегнал бы, да. А то,